уважаемые гости! Я искренне поздравляю всех с праздником, с днем возвращения Севастополя, Республики Крым, в Российскую Федерацию. Значение марта 2014 года невозможно переоценить. Севастопольцы решительно объявили всему миру о своем решении вернуться домой, в Россию. Это стало возможным благодаря воле, решительности. Мы сейчас говорим, а сколько отцов у этого решения. Отцов столько, сколько стоит на этой площади. Отцов столько, сколько пришло на избирательные участки. Вся страна поддерживала это решение. И сейчас нам предстоит сделать многое. Уже в 2014 году президент страны Владимир Владимирович Путин, находясь в Севастополе, сказал о том, что нужно сделать многое, но мы все сложности преодолеем, потому что мы вместе и мы сильнее. Я желаю всем успехов во благо нашего города, счастья и благополучия. С праздником! Ура!